Мужчину, который утром 25 октября прошлого года, наглотавшись амфетамином, решил форсировать по городу, перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. Тогда в октябре почти через час он успел совершить 4 ДТП, протаранить полицейский автомобиль и финишировать на территории военной академии. Там он снес ворота центрального КПП, а потом врезался в дерево. После удара авто загорелось, его потушили курсанты, а водителя поймали. В меня вселился Господь Бог, Его Дух Иисус Христос, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Дева Мария мне помогала тоже в обличии женщин, которым я предлагал это. Спас мир вот таким курьезным способом. После инцидента открыли уголовное производство за похищение авто и причинение телесных повреждений полицейскому. 28 октября подозреваемого отправили в СИЗО. Адвокат мужчины просил отправить его подзащитного на лечение в психиатрию, но суд ждал результаты соответствующей экспертизы. Только сейчас, после их получения, мужчину перевели на 2 месяца в спецбольницу на Воробьева. Кроме того, зрелищная гонка обошлась виновнику в 16 админпротоколов за нарушение правил дорожного движения.